Как же стрёмно к ней подходить. Вы чё, гоните, ребят? Они шутят? Какого хрена? Блин, там банка была. Тварь. Почему же тебе в башку нельзя пристрелить просто и все, а? А, блин, она мне все нервы вымотает, блин. Мне этот гель уже не нужен, кстати говоря. Я уже прокачался нормально так, я считаю. Так, ну здесь, я думаю, нам должны дать чуть-чуть передохнуть. Готовится, так сказать. Контрольная точка. А чё это? А, типа надо... А, перебивать рычаги, что ли, или чё? Бляхмух. Шприц. Эй! Почему? Я же убежал, успел. Какого хрена произошло? Блин, а почему, правда, чуваки, не знаете? Отсюда начинать, да? Фигово, почему, непонятно. Я же успел вроде. Так, ладно, давайте сразу подготовимся. Значит, так, что будем делать, если вдруг криоболты не нужно? Это максимум. Да, в принципе, нормально. Ладно, мы это знаем уже, сейчас она упадет.
интересно посмотреть, узнать ли, посмотреть в лицо разработчикам и спросить, как вы представляете себе тот факт о том, что там еще и мины можно обезвредить. А, она здесь прошла, типа. Обезопасить себе путь. Тогда быстрее, как тебе там, Себастьян. Давай, ёб твою, сука, бич! Дивизию. Как вам это нравится, чуваки? Так, вот там горит. Надо было выносливость прокачивать. Советую, чуваки, качайте выносливость. Так. О, контрольная точка. Что делать-то? Походу, ее туда надо заманить. Ёб твою. Всё, мне хана. Давай, давай, иди. Чё, ссышь? Тварь. Ах ты так. Да ёб, ты чё, шутишь, что ли? Блин, 4 патрона, сука, остались. Ладно, надо побегать. Ёпта! Так, ну скоро там перекроется. Или уже перекрылась? Не, еще вроде не перекрылась. Должно погаснуть вроде, да? Ну гасни, ёпта. Ну чё он не гаснет-то? Или мне куда-то не туда надо бежать? Ух ты, тварь. А чё он не гаснет-то, чуваки? Походу, мне куда-то в другую сторону надо бежать, да? Тут куда, я не понимаю. Подождите, куда бежать-то, ёб твою? Я не понимаю. Багалыш? Забагалыш или что-то? Я не пойму.
Бляхму, стоп, чуваки, ну, походу, мне сливаться надо. Куда бежать-то? Или подождите. Сейчас, секунду. О, все. Ща она останет чуть-чуть. Как Рубику такая тварь-то понравилась? И, кстати говоря, я по игре вот поиграл, не очень понял, почему она такой стала. Ого, так тоже можно. Бляхмух, почему пиздец? Чё, и куда бежать, ёб твою? Сейчас вылезет. Твою! Почему она не подожглась? Блях, муха. Багнулось что-то. Точнее, не багнулось, почему-то я отвернулся. Блин. Зато знаем, что теперь можно с ней так справляться. Поджигать. Блин, отсюда же. Ладно. А, я перекрыл просто. Все ясно. Так это получается. Так и там еще, да? Да. Насрать на гель. На все. Я думал, опять он меня сейчас сольет тут. Как мимо-то пробежать? Пофиг. А может, надо все эти сжечь? Твою.
Какого хера я шприц применил? Бляха-муха!